нашего Айдарчика. Хочется мякать, жмякать. Все, кто приезжают, ну, дети наши, конечно. Ой, да чё ж все его домякают. Это единственная у нас как бы собака. Самая добрая, нежная. Да, Айдарушка? Айдарушка? Ой, ой, Айдарчик наш. Да, ой, да мальчик прижался. Прижался, мой хороший. Морда. Очень добрая Айдарушка у нас. Была у нас у меня кавказская овчарка Далилушка. То вот гладишь, гладишь вот так, потом смотришь, у нее носик немножко так раз, а так сморщился, это значит все. Можно ручку отнимать и спокойно идти. Сейчас батеньку покажу. Батенька в тенечке. Эй, старичок наш, старичок. Дёнушка. Видите, у него тут так хорошо, у него такая тень. Господи, коты, вы чего за мной ходите-то? Я хожу, они ходят. Вот сюда попадал наш Фунтик со своей подружкой. Вот тут они порезвились маленько. Травы тут тоже нету теперь. Вот наш Джонушка тут изволит почевать. Да, мальчик мой, изволит почевать. У него тут свежо. Холодок такой. Тут у нас около дома рябина красавица скоро расцветет. Запах будет стоять. Аромат и красота, конечно. А потом грозди рябины. Вот уже, видите, зацветает. А потом все будет белое-белое. А потом будет красное-красное. Рябиновое. Господи, кошки все со мной ходят. Все кошки ходят. Ну, дуралей наш валяется, резвится сам с собой. Дуралешка. Тут прочитала ВКонтакте. Отдают собака Алабай 6 лет. Для службы негодна, слишком добрая. Как так 6 лет вот отдержать и отдавать... Из-за того, что она слишком добрая. Вот так вот могут своих друзей. Слишком добрая, пошла нафиг. К охране негодна. А я так вот довольна, что у нас Айдарушка такой. Да, Айдарушка. Айдарушка. Все можно... То есть, вот нежишь его, и сам-то получаешь от этого удовольствие. Насколько он доволен. Ну вот, не всем это, видно, нравится. Что делать? У нас под этим кустом, это у нас этот крыжовник, всегда отдыхают утаки. Не знаю, видно, не видно. Сейчас найдем. О, лежит здесь тень, там и курицы. Все там отдыхают, в этом тенечке. Ну вот, сегодня много видео. Смотрите, пожалуйста, наслаждайтесь, кто ждал.